Зима на снег не поскупилась. На улице минусовая температура, при этом снег и лед тают буквально на глазах. Почти волшебное превращение – результат воздействия противогололедного реагента. На экологичный состав взамен смеси песка и технической соли переходят в Самаре. Горожане такой подход поддерживают. Без реагентов не обойтись. Плюсы очевидны. Это необходимо для того, чтобы нормально передвигаться по городу. Как автомобилист, наверное, все-таки я скажу, что да, нужно. По-моему, все отлично. Все замечательно. Но это лучше, чем в травмпункте будут заполнены. Десятилетиями в Самаре дороги и тротуары посыпали песчано-соляной смесью. Весь песок вместе со снегом вывести не удавалось. Весной все это превращалось в пыль на дорогах и голые пятна на газонах. Техническая соль губительна для почвы. Современные реагенты – новшество, безопасность которого для людей и природы доказана многочисленными исследованиями. И хотя цена бионорда выше, чем стоимость песка с солью, выгода есть и экономическая. В газонах часть та, которая ближе к дороге, трава там уже не растет. Ну и ресурсы, которые мы тратим, то есть это техника, люди, чтобы вычистить город после зимы, когда обрабатывали ПСС, в совокупе по стоимости получается в некоторых моментах даже дороже, чем применение этих реагентов современных. Мифы, которыми окутано химическое новшество, развеивают производители реагента. Их аргументы – многочисленные сертификаты, результаты исследований национальных институтов и сертификаты безопасности. У бионорда 4-й класс опасности. Это означает, что вред для окружающей среды минимальный. Мы на сегодняшнем этапе поставляем порядка 69 регионов Российской Федерации, в том числе это Екатеринбург, это Самара, это Уфа, Казань, Пермь частично, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар. В 2014 году, когда была Олимпиада, противогололедный материал «Бионорд» являлся официальным материалом Олимпийских игр Сочи-2014. Это говорит о его 100% экологической безопасности. В составе реагента 4 компонента. 3 из них используют в пищевой промышленности, 4-й – при изготовлении перчаток, обуви, дубленок из кожи. В Самаре обойтись без экологических реагентов не получится. Постоянные перепады температуры в зимний период от 0 до серьезных минусовых значений приводят к ледяной корке на дорогах и тротуарах. Быстро растопить каток как раз и помогает «Бионорд». В старой части города от песка с солью полностью отказались. Результаты должны быть заметны и весной. Пыли должно стать меньше, а газоны прорасти и по обочинам дорог. Марьяна Мирная, Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События.